Всем привет! В Краснодаре дождь идет. Хотя все цветет, но прохладно. 5:30 вечера. Сейчас попытаемся съездить в Окей. Вот такое оживленное сейчас движение покажу в Краснодаре. Вот это здание, школа. Еще старинное здание. Вот такое вот движение началось в Краснодаре. Все едут, всем надо куда-то ехать, кушать, есть, зарабатывать деньги. Ходит общественный транспорт, хотя я слышала, что вроде 6 часов только будет, но царь уже ходит везде. Маршрутки, троллейбусы. Сейчас мы поедем в Окей. Купим еды. В основной поток в город едет. Это сейчас мы едем, поток это в город. С города людей меньше. Потому что на окраинах стоят посты, как я знаю. Поэтому все люди едут в центр, а не из центра. Довольно оживленное движение. Город-миллионник Краснодар. А по факту тут, наверное, 3 миллиона проживает людей. Обычно здесь в это время пробка всегда. Всегда очень много машин. Такие красивые клумбы у нас. Вот такие цветочки желтые посажены. Сейчас попытаемся попасть в Окей. Хотя вроде все ездят, но мы первый раз в карантин едем в Окей. Какая красотища насажали. Только я не покажу. Вот такую красоту посадили. Вот такую клумбу шикарную посадили на гидрострой у нас. Просто шик. Очень красивая клумба. Магазин Окей. Стоянка полна народу. Это гидрострой. В общем, все как по-прежнему, как раньше было. Что я хочу снять? О, маленькие куличи. Вышли мы из Окея. Снимать в Окее я не смогла, потому что там все обрабатывается, дышать нечем, руки какие-то липкие. Задыхаешься, хочется чихать. В общем, какую-то химию обрабатывают в Окее, снимать невозможно, поэтому я снимать там не стала. Все там обрабатывается, выскочили, в общем, оттуда на свежий воздух дышим.